Պարոն Իսկանդարյան, օրերս Սերժ Սարգսյանը իր տված հարցազրույցում անդրադարձավ Ռուսաստան-Ադրբեջան զենքի գործարքին, նշելով, որ ցավալի է, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Ըստ էության, սա առաջին, կարելի ասել, փոքրինչ բացասական երանգներով անդրադարձն էր այդ գործարքին։ Հետաքրքիր է, ըստ ձեզ կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանի վստահությունը ռուսական միջնորդական առաքելության վերաբերյալ փոքրինչ կորում է, կամ սա ինչ մեսիջ էր Ռուսաստանին։ Россия продает Азербайджану больше 20 лет. Россия передает оружие Армении больше 20 лет. На постсоветском пространстве другого серьезного источника вооружений, кроме России, нет. Ничего нового в этом нет. И то, что господин президент сказал, это очевидно реакция на какие-то внутриармянские дискурсы, а изменить ситуацию каким-то образом не представляется возможным, и Россия, конечно, продавала и продает, и будет продавать оружие и тем, и другим армянам, и азербайджанцам. Это такой модус российской политики в этой сфере, в регионе так оно и останется. Այսինքն ներքին հանրության ուղված ուղերձ էր, ոչ այնքան Ռուսաստանին. Зачем России говорить, что она продает оружие вооружение, продает, извиняюсь, вооружение Азербайджану, что в России не надо, что ли? Нет, это реакция на какие-то дискурсы, которые внутри страны происходят, что Россия продает Азербайджану оружие. Повторюсь, это никакая не новость, это ясно. Օրերս նաև Ջեյմս Ուորլիքը նշեց, որ ստատուս-կվոն կողմերի միջև ավելի վտանգավոր է դառնում։ Հետաքրքիր է նաև տեսակետներ են հնչում, որ ստատուս-կվոն դառնում է ոչ այնքան ձեռնտու Ռուսաստանի համար ներկայումս։ Նամանավանդ այս ամենը կապում են նաև սահմանին տիրող փոքրինչ լարված իրավիճակի հետ։ Կա նման կապ, և արդյոք դուք տեսնում եք, թեկուզ փոքրինչ ավելի ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգ այսօր? Впервые о том, что статус-кво это плохо, и вот сейчас начнется война, я услышал, если я не ошибаюсь, где-то в июне, в июле 94 года. И слышу после этого такого рода слова, но с частотой в среднем, наверное, раз в 2-3 месяца на протяжении 20 лет. А статус-кво это не случайность, у нас конфликт уникальный, у нас нет и никогда не было никаких миротворцев. Статус-кво, он сложился благодаря некоторым обстоятельствам и остается таковым, пока эти обстоятельства не изменились. Эти обстоятельства не изменились. С какой стати можно ожидать войну, будь то кратковременную или некратковременную, я не понимаю. Для того, чтобы она случилась, для нее нужно довольно много причин. Ну, например, уверенность той стороны, которая начинает войну, в победе, ну, хотя бы процентов на 70-80. Никакой там нет уверенности на 10%. Соответственно, нет, я не вижу никаких изменений. Изменения происходят в армянской прессе и в армянских дискурсах. Журналистам надо о чем-нибудь говорить. А в реальности нет, там нет никаких изменений. Այսինքն խոճապ չպետք է նաև տարածել այս դիվերսիոն գործողություններից, այլ հեռու մնացող ենթադրություններ չանել։ Խոճապ это составная часть армянских дискурсов на протяжении очень многих лет. Это внутренняя составляющая вообще армянской реальности. Почти все, что говорится в Армении, говорится с тонами паники. У нас строительство магазина превращается в геополитический хучап. Закрытие дельфинария, какой-нибудь там уборка или не уборка какого-нибудь кинотеатра, превращается во вселенские трагедии. Это другая, очень интересная, но другая тема. Что же касается того, что происходит на границе, но не происходит время от времени перестрелки. Там стороны перманентно занимаются разведкой. Время от времени стреляют. Время от времени бывают диверсионные группы. Это было год назад, это было два назад, это было три года назад и так далее. Иногда у этого явления бывают пики. А
Ну вот, когда госпожа Хиллари была в регионе, когда был случай с Мубаризом Ахмедовым, да, когда после 1 марта и так далее. Каждую из этих вещей можно отдельно объяснять, но говорить, что происходит что-то принципиально нового, нет, не происходит. Ситуация такая, как она есть. Հայաստանի եվրասիական ինտեգրացիայի ցկցումը կապում են Ռուսաստանի նահանջի հետ եւ Ուկրաինայում եւ նաեւ ինտեգրացիոն պրոցեսների առաջմղման հարցում։ Հետաքրքիր է, դուք ինչով եք պայմանավորում, սա պարզապես գործընթաց է, որ Հայաստանը պետք է անցնի այդ ինտեգրման փուլը, թե կան քաղաքական խնդիրներ։ И в нем возникают проблемы. И эти проблемы разрешаются или не разрешаются. Причин этого несколько. Это техническая причина. Мы должны за полгода сделать то, что другие страны делали пару десятилетий. Причина – это согласование. У нас довольно много расхождений с остальными странами таможенного союза. Они не такие, как мы. И это улаживать часто нелегко. И политическая причина внутри стран таможенного союза. Есть разногласия по всем вопросам, не только с Арменией связаны, и очень серьезными. И предполагать, что у них по всем вопросам разногласия, если по армянскому вопросу разногласий не будет, довольно глупо, не правда ли? Это процесс, который идет. Я, в общем, не ожидал, что это случится за 2 недели. И то, что процесс продолжается, пытаются согласовать интересы, там конфликты есть внутри таможенного союза. Это нормально, это так обычно делается. И он будет идти, посмотрим, чего придет. Я думаю, что это возможно, что будет неудача. Я не думаю, что это очень вероятно. Мне кажется, что на сегодняшний день те проблемы, которые есть, они в общем решаемы. Но их надо еще решить. Для этого требуется время и требуется процесс. Но этот процесс идет. К чему придет, посмотрим. Но ожидать, что это будет там за 2 недели, за месяц, нет, я не ожидаю. С другой стороны, полного краха, в общем, тоже скорее не ожидаю. Но будет процесс. Ну вот процесс с Европейской ассоциацией продлился 3,5 года. И там случился таки крах, но по причине, связанной не с Европейской ассоциацией, а с Россией. Тут тоже идет процесс, но посмотрим, как он будет идти. Я говорю о процессе, он может получиться, может не получиться. Я не говорю о счастье, я политолог, я говорю о том, что есть процесс, он может дойти до своего завершения, может нет. Если он дойдет до своего завершения, и Армения вступит в таможенный союз и далее в разъезд, это совсем не означает, что противоречие кончится, что проблем не будет, что не будет продолжаться политическая активность, противоречия, урегулирование, конфликты, решение этих конфликтов и так далее. Пресса будет продолжать паниковать. Все нормально. Это процесс, который идет. Это любой политический процесс, через который проходит Армения, не только Армения, ОДКБ, вооружение, СНГ, ассоциативное соглашение, Совет Европы, я не знаю, взаимодействие с Азербайджаном, турецкий процесс и так далее. Где-то удачи, где-то неудачи. Процесс идет нормально, это по-другому не бывает просто.